видела? Да. Легенда про Чхаю. Чхая. Возлюбленную супругу Солнца. Была мною переведена и была издана в то ли антологии, то ли хрестоматии, не помню, как она называлась, выпущенная под эгидой ИСА. Где-то на исходе советской эры. Антология, по-моему, средневековой индийской литературы или что-то в этом роде. Где-то она у меня стоит на полке. Красная? Нет, она, мне кажется, такая какая-то сине-желтая, но не, не поручусь. Могу найти. Ага. На полке. Чхая – это та, от кого родился Шанидев, правильно? Это от которого родился Яма и… И Ями. Да. А в современной интерпретации в фильме «Шанидев» Яма и Ями родились от богини Солнца, от Чхая родился Шанидев. То есть они переврали. Они переврали и изменили имена и действующие лица. Вот сейчас в современных сериалах это есть такой момент, что Пураны, режиссер вносит поправки в Пураны. Как вы к этому относитесь? Режиссер – это его, так сказать, его право. Его право, да? А то, что это идет в широкую… Если сейчас… постановка любой классики переносится во что угодно и меняется, это называется, я не знаю, там... Авторский взгляд. Понимаете, слушайте, у меня недавно была такая, недавно, уже много лет назад, была такая история, я тоже где-то написал у себя в ЖЖ, что вот там поставить там Тристана и Изольду Вагнера так как это написано автором. Но это неинтересно. Это что? А вот если мы поместим их на кладбище, например, действие происходит на кладбище. Или в общественном сортире. Вот тогда это интересно. И представьте, напророчил. Выходит в Фламандском оперном театре постановка Тристана и Изольды Вагнера, где первое действие происходит на улице перед кинотеатром после какой-то мафиозной разборки. Второе действие происходит в общественном сортире. В таком грязном, заведомо запущенном, там с аппаратом для презервативов. И Тристан и Изольда разделены, потому что один из них находится в мужском, другой в женском. Вот. А третье действие происходит в очень пафосном ресторане. То есть я напророчил. Вот. Действительно, на языке современной режиссуры это называется создать свою историю. То есть вместо истории, написанной автором, ты создаешь свою историю и текст, написанный автором, сопрягаешь. Иногда каким-то очень натянутым образом, иногда просто невероятно со своей историей. Так что ну, с Чхаёй тоже может быть. Ну, здесь просто немножко передел. А жену Солнца зовут Санджая, да? Или нет все-таки? Да, Санджая. Санджая. Не изменять, не бавить, что вполне возможно. Она мне вполне может изменять уже. Спасибо.